Здравствуйте, друзья, это Юрий Моша. Спасибо большое зрителям, которые вчера обнаружили ошибку в моем видео. Я снимал документ банка, показывал документ банка, где предлагается получить кредит. И когда мы умножили 48 месяцев на сумму, которую надо выплачивать в месяц, получилось, что эта сумма меньше, чем сумма, которую дает банк. Сейчас, сегодня я целый, вот вчера я получил информацию, и сегодня целое утро я заставил своих сотрудников разбираться с этим банком, почему такая вот информация. Мы там 3 раза перечитали текст, у нас тоже это не сложилось, и я вот по спешке, да, там записал это видео, показал это письмо, оказалось, что там не все так просто. Но, кстати, хорошо, что, может быть, так и произошло, потому что это видео будет очень познавательное. В итоге это оказалось, что это специальное предложение для тех, у кого банк забирает имущество, и они тогда могут получить кредит по заниженной ставке. Ну, в общем, один сотрудник мой позвонил, поговорил с этим банком, второй сотрудник позвонил, у которого еще лучше английский, поговорил с этим банком, и мы в итоге так и не поняли, почему такая цифра. И как бы кажется, ну, получается какой-то обман, да, там банк и вдруг присылает в Америке, где должно быть все как бы контролируемое, и тут мошенничество в области там банковской сферы должно быть минимально, есть там страхование вкладов и так далее. И вдруг вот такое письмо. Так вот, после вот этих разговоров с этим банком мы поняли, что все очень они запутывают специально для того, чтобы ты позвонил им. Когда мои сотрудники им звонили, они начали сразу рассказывать, а вот у нас есть другие продукты, а вот этот продукт вы не получите, да, это специальная как бы реклама, но она вас не интересует, давайте вот мы вам дадим деньги, у вас хороший кредитный скор, мы дадим там вам 80, там, 90, 100 тысяч долларов, если вы нам там предоставите такие документы и так далее. Выводы. Самое важное. Когда вы получаете письмо от банка, проверяйте, читайте, перезванивайте внимательно, внимательно каждый пункт договора, каждый пункт предложения вы должны почитать. Если вы не знаете английский, значит попросите, чтобы вам не просто вот посмотри, там друг, который знает английский, иногда бывает, да, посмотри, ну что, нормально, да, все нормально, подписывай. Так не пойдет, чтобы вам перевели все детально, слово в слово, чтобы вы поняли. Если сомневаетесь, большая сумма, сходите к адвокату, возьмите там консультацию, это будет там 200-300 долларов стоит, но если вы берете кредит на 100 тысяч, то проверьте, чтобы не было никаких подводных камней. Это очень важный момент, и вот очень часто люди, не зная языка, покупаются на такую рекламу. Вот я тоже, да, как бы, ну, вроде быстро-быстро побежался, да, ну, здесь вообще как бы даже зная язык, мы не можем разобраться, да, то есть настолько все запутано, и как бы сказали, в России без 100 грамм не разберешься. Ну, наверное, и со 100 граммами не разберешься, надо знать. Они там начали говорить, что это специальная программа, название этой программы, полезли в Google. В Google вот такие тексты, что это за программа. Ну, в общем, вот так вот. Замануха, да, быстро-быстро давайте нам позвоните, мы вам дадим кредит. Кстати, кредиты у них под 10% получается, то есть не такие уж и выгодные. Но опять же, кому нужно, да, если вам там на завтра нужно 50 тысяч долларов под 10% годовых, ну вот нужно. И дают без проблем, ну так кому нужно, тот возьмет. Будьте внимательны, если у вас есть вопросы по исправлению кредитных историй, либо по получению кредитов, пишите нам +1 646 477 0520. Вы должны быть в Соединенных Штатах, у вас должен быть обязательно Social Security. Потому что многие пишут из других стран, хотят взять кредит, но здесь мы помочь не сможем.